В рамках региональной программы по информационному обеспечению на базе Димитровградского техникума информатики и управления начали свою работу курсы для пенсионеров по повышению компьютерной грамотности. Для того, чтобы каждый, кому необходимо, сумел в нужный момент времени воспользоваться услугами тех служб, которые нужны будут для своей повседневной жизни, для решения своих жизненных проблем. Первая группа, которая пришла ликвидировать пробелы в знаниях ПК, настроена решительно и позитивно. Знание, умение свободно владеть компьютером, быть наравне с молодежью, шагать вместе с ними по одной дороге. Занятия бесплатные. Обучают пенсионеров студенты-волонтеры, которые обладают достаточными знаниями и опытом. Мне хочется внести свой вклад в развитие компьютерной грамотности, ну хотя бы вот в таких вот маленьких масштабах. Евгения Креминская, Виталий Немов. Новости Димитровграда.